Всем привет! Сегодня мы будем учить цвета с воздушными шариками. Мы учим цвета с воздушными шариками. Ура! Ура! Сегодня мы изучаем цвета с воздушными шариками, да, Кай? Да! Ура! Ура! Кай, собирай шарики и неси по одному ко мне. Давай! Кай, неси ко мне. Какой цвет? Синий. Давай. Ой, это мне? Я должен их держать себе? Зеленый. Ой, это все. А это какой цвет? Дуй на него, и он летит. Давай, доставай. Чуть доставай. Давай, толкай его. О, какой? Зеленый. Давай его. Мне его. Это мне? Эй, я не вижу их все. Давай шарик у нас. А это какой цвет? Это мне? Эй, мне же не можно. Эй, выпал. Всем привет! Сегодня мы будем учить цвета с воздушными шариками. С воздушными шариками. Катя будет собирать воздушные шарики и приносить их мне. Синий. Вот это синий. Давай дальше. Какие еще у нас есть шарики? Давай, давай, давай. Ищи быстрее. Красный цвет. Дальше. И вот белый. Бери шарик. Так, так, надо его поискать. Это зеленый. Какие еще у нас есть шарики? Какой это цвет? Зеленый. Зеленый? Еще один на шарике есть. Какой цвет это шарик? Розовый! Розовый! Какой это цвет? Желтый! Давай мне его шарика. Ищи еще шарики, ищи. Какие еще шарики у нас остались? Голубой! Какой это цвет? Это! Давай мне его. Какие еще шарики? Ищи, где еще шарики у нас? Какой это шарик? Фиолетовый! Фиолетовый? Ой! Это фиолетовый шарик! Давай, какие еще у нас есть шарики? Какой это цвет? Розовый! Еще шарик какие есть у нас, Гарик? Снова розовый! И у нас два розовых шарика! Кать, иди сюда ко мне. У нас четыре. Сегодня мы выучили 10 цветов с воздушными шариками. Доброе утро! Сегодня Пасха! Ура, сегодня Пасха! Пора красить яйца, собирайте и пасхальные подарки. Папа, просыпайся, мне спать, давай играть. Ой, да, доченька, ты где? А, конечно, давай играть. Давай играть. Сейчас, смотри. Сейчас мы найдем кролика волшебного и будем с ним играть. О, Кать, смотри, это волшебный кролик. Кать, смотри, какой кролик. Это волшебный пасхальный кролик. Как тебя зовут, кролик? Меня зовут мальчик. Я волшебный кролик. О, какой у нас кролик. Это волшебный кролик. Его зовут Гончик, он мне сказал. А давайте играть в волшебные пасхальные яички. Я их весь разбросал. Это мои яички. Я их сейчас возьму. Ой, эй, куда ты падаешь? Куда упали? Что я наделал? Что я наделал? Я разбросал яички по всей комнате. Что же будет? Что же будет?
яички кролик разбросал. Надо их собрать теперь. Давай, какие цвета эти? Оранжевый. Кать, какой это цвет? Оранжевый. Так что какие у нас еще яички, кролик? Ты помогаешь ей собирать? Да, помогаю собирать. Зеленый. Я раскидал, я ей помогаю. Зеленый. Какие еще? Розовый. Кать, смотри, а там на тумбочке остались еще. Розовый. Мы их еще все забрали. Давай, какой цвет? Зеленый. Ой, оранжевый. Там внизу у нас еще остались? Да. Давай. Оранжевый. Оранжевый. Собирай, собирай. Вончик, ты помогаешь Кате собирать? Кать, какие у нас еще остались там цвета? Зеленый. Зеленый еще есть. Что это за яйца? Называй их цвета. Зеленым, оранжевым. А там еще, смотри, осталось. Какое? Розовое, что ли? Да, розовое. Это розовое яйцо пасхальное. Мы их собираем и кладем в нашу корзиночку хрустальную. А там еще у нас зеленое осталось, да? Да. Ага. Давай. Вы нашли все мои яички, теперь я вам подарю леденец. Кать, ты хочешь леденец? Да. Так. Спасибо, зайчик. Спасибо, зайчик. Все, Кать, погладь зайчика, и мы отпустим его. Мы оставляем его у себя. Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем учиться считать от 1 до 5 и до 10. Сколько надо шипать у тебя? 5! И на другое тоже 5! И мы будем учиться считать до 5 и до 10. Вместе с воздушными шариками. Катя, набери шарики по одному и носи... 2 шарика! 2! Ловлю! Еще! 5! Давай, 6-й шарик. 6-й. 6. И это 7-й шарик, говори 7-й. 7-й. Кидай его. Где 8-й шарик? Иди ко мне. Это 8 шариков, 8. 8 шариков. Давай 9-й. Шариков. Где 10-й шарик? Где у нас 10-й? О, это 10 шариков! Мы собрали все 10 шариков. Кать, сколько шариков собрали? 10! 10 шариков! Мы учили считать до 5 и до 10. 10 шариков. 10 воздушных красивых шариков.